Так, чё, всем привет. Полежали, поболели, поболели. Надо дело делать, пока болел, трава подросла. Забрали у нас прицеп. Все, купили они дом. Увезли вещи свои. И сейчас поставили рядышком, где соседи уже живут. Потому что они сами тоже скоро переедут. И там прицеп оставили там. Трава уже вот какая поднялась опять. Надо все покосить. Вот пес просит, чтобы его поснимали. Да. Чего, говори. Ага, да. Эх ты, барбос. Сегодня с утремана опять дождик лупил. С громом. Такой хорошенький прошел. Вот сейчас я покошу. Еще у нас обещают завтра, послезавтра дожди. Как раз она. Что скошу, а это польется, будет все хорошо. Ну вот, все, подровнялся перед двором. Сразу так красиво стало. Сейчас провода смотаю. Так, проверил себя на выносливость еще заодно. Все перекосило вот сразу. Тут тоже все в уголке. Все так сразу красиво. Вроде и не было травы много, но сразу. Знаете, покосишь прям. Красота вот на газончик. Фу, жарко, конечно, у нас. Но тридцатник на улице. Все. То есть после болезни работоспособность проверил. Нормальная. Ничего не задохнулся, не устал. Чувствую себя замечательно. Так что можно потихоньку на работу выходить. То люди ждут. Надо делать им. Плитку ложить, ламинат. Террасу такую же строить нужно, как я себе построил. Нужно еще такую же сделать. Еще клиент ждет, тоже посчитать надо ему. Так что работы полно. Вот времени на все не хватает. Как я тут закончил косить, тут туча какая-то заходит. Большая. Как я вовремя успел. Здесь тоже сейчас все подзатянул, какие-то черненькие полезли. Так что, ну, я самое главное успел все покосить. Пошел, сейчас надо душ принять весь в траве, в кусочках в этих. Вот я вчера покосил, говорю, дождик пойдет. Вот дождик и пошел. Он уже, наверное, час идет, не кончается. Нас опять залило, вот как сверкает сейчас. Со всех сторон сверкает очень такая сильная молния. Вот сейчас чуть-чуть он утих, а до этого прям сильнее ливень шел. Пес боится грома. Ну залезь, иди, чё ты вылез, Рэй? Иди на место. Гром как сильный бьет, он боится. Здесь тоже весь двор залило. Ну ничего, сейчас он кончится, оно все впитается быстро. Уже немного посветлело, дождик поменьше. Надеемся, кончится сейчас. Хотя так затянуто все со всех сторон, нигде ничего просвета пока нет. Но на улице все равно, в общем, светлее стало. Не балуйся. Опять сверкануло, сейчас жахнет. А
Опять там что-то вчера, Новороссийск с утра весь опять затопило, машины там плавали. Но у нас вчера особо не было, так небольшой прошел. Сегодня, видите, до нас дошло. Полило, налило хорошо. Ну ничего страшного, лишь бы не было града, урагана, который крыши сносит. Остальное все ерунда. Дождик нужен. Ну и чтоб такого не было дождя, чтобы когда там ваши машины плывут, тоже очень страшно все. Машины, дома у людей, вот там дома вода заходит, вся мебель плывет. Это, конечно, страшно. Таких не надо, а вот так вот прошел небольшой ливень, ну и нормально. Ну, как я и говорил, в общем, дождь лил. Солнышко вышло, тут нет ничего, как ничего и не бывало. Все, на улице тепло. Но опять все равно обещают и завтра дождь, и послезавтра дождь. То есть сильные дожди обещают. У нас еще пока посмотрим. Ну вот оно все впитывается моментально. Ладно, помчался, надо в аптеку сгонять.